мы покажем упражнения, с помощью которых можно организовать самостоятельную тренировку дома, которая займет не более 10-15 минут. Это хорошая альтернатива тренажерному залу. И помощником в этом будут резиновые петли. Давайте посмотрим. Отжимание – один из способов с резиновой петлей. Положение рук сначала делаем, как будто держим гриф штанги. Можно поменять вот такой вариант. И еще один вариант, один из моих любимых, кулаки поближе, и опускаемся до низа руки, поднимаемся. Эща! 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 Следующий вариант, делаем как разводку гантелями. Делаем приседания. Вот такой способ хитрый. Упражнение становая тяга. Надеваем шлейки. Можно сделать суперстановую тягу. Не делайте так. Упражнение на бицепс можно, в принципе, брать две петли и регулировать нагрузку.
будет. Эти упражнения можно выполнять 3-4 подхода в количестве 10 или 20 раз в зависимости от вашей физической подготовки. А можно делать круговую тренировку последовательно, выполняя все эти упражнения по очереди. Отдых между кругами регулируйте от минуты до двух, в зависимости от того, сколько вам нужно для восстановления. Резиновые петли нам предоставил магазин Workout, ссылка под этим видео. Я рекомендую зайти и посмотреть, там очень много интересного оборудования. Всем большое спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, а также на Instagram. И до следующего раза. Ос!